Итак, кто смотрит меня постоянно, понял, что у меня постоянно какие-то проблемы. Постоянно, несколько раз повторил, то звук пропадает, то видео не записывается, приходится по несколько раз перепроходить. Сейчас делаю маленькую перестраховку. И надеюсь, в этот раз все пройду хорошо, без всяких. Так, наконец-то у меня получилось выбраться. Мне нужно бежать отсюда, ведь я больше не могу выносить этот ужас. Так, на меня напал чудик. Кстати, немного это я тоже проходил, но, я же говорю, запись у нас не получилась, поэтому немножко начала я даже тоже припоминаю. Случай потери сознания, используйте 38 грамм пакупама, растворенного в растворе. Вот. Короче, на нас что-то напало. Так, вот, первый у нас код будет сейчас. Тринадцать двадцать пять, по-моему, да? Ага. Количество пиков это такое число. Шприц и стекла. Стекла в тот раз у меня собрались неправильно. Поэтому пришлось пересобирать. Итак, я могу поворачивать фигуры, прикоснувшись к ним дважды. Ладно. Главное найти первый кусочек. Щелк. Все, первый пошел. Это уже легче. Угу. Тут раз я не в ту сторону все сложил. Такс. Что у нас вот это похоже? Угу. Щелкнуло. Щелк, щелк. Короче, не знаю, с чем связаны мои эти глюки. Так что, если вы смотрите по несколько раз, вы сильно не расстраивайтесь. Мне проходить по несколько раз и то. Так. Собрали. Уру, уру, уру. Увидели чечика и... Ключ и стакан. Ключ открывает у нас. Здесь. Здесь у нас советы всякие. Так. Поиск слов. Найдите все указанные слова на игровом поле. Слова можно читать слева направо, справа налево, сверху вниз, сверху, снизу вверх и по диагонали. Японская головоломка. Откройте скрытую фигуру, раскрасив ячейки. Число указывает количество ячеек, которые нужно закрасить в строке или столбце. Обратите внимание, что оно одно число, это одна группа ячеек, количество блоков, которые... определяются такими числами. Между группами должно быть хотя бы одна пустая ячейка. Так, раскрасьте рисунок, зная, что вы можете использовать не больше 7 ячеек одного цвета. При этом ячейки одного цвета никогда не должны соприкасаться друг с другом, даже в углах. Движение линий. Найдите правильный порядок линий, чтобы получить все сердца. Следите за тем, чтобы
линии никогда не касались друг друга. На самом деле, разнообразие головоломок — это круто. Они такие тут прикольные. Но некоторые настолько же сложные. Я помню некоторые, как бы проходил когда-то еще в кроссфордах, что-то в этом роде. Так, нам надо 28 грамм. Я уже сделал, ну как вы уже поняли, поэтому вот так вот. Теперь просто нужное количество насыпаем. Можете высчитать, это 28 получается. Так, теперь мы в раствор зафигашиваем. Все, у нас есть укол. Теперь можно зафигашить. Именно сюда вот надо. Что такое, Джимми? Это ты? Зачем ты сделал это со мной, сынок? Я не виноват, папа. Я не хотел, чтобы так произошло. Ты сам виноват в этом, глупец. Нет, это неправда. Я ни в чем не виноват. Принеси мне хотя бы выпить. Я умираю от жажды. Итак, зато вы теперь не увидите, как я тут тупил. Не тупил, просто у меня было несколько вариантов, как это именно открывается. Но вот, двоечка красная, три капельки. Ну, капельки, ладно, будем считать. Двоечка красная. Это у нас единичка, двоечка, да? Три капельки. Раз, два, три. Синяя единичка один, да? Один. Красная единичка два. Синяя троечка 2. Троечка красная 1. И двоечка 3. Раз, два, три. Все, погнала кровавая баня. Набираем стакан. И даем ему пить, да? Я так хочу пить, сынок. Принеси мне воды, пожалуйста. Опа-на. Так, до этого мы не дошли. Что тут надо? Ничего не понятно. Итак, что у нас тут? Вот, подсказка нас. Найдите правильный порядок линий, чтобы получить все сердца среди... А, следите за тем, чтобы линии никогда не касались друг друга. Вообще непонятно. Допустим... Непонятно нифига. Итак, с этого момента все пошло не по плану. Через 10 минут программа вырубилась. Используя позже опыт, зная, что пришлось перепроходить, я записывал на две программы. Одна опять не записала там битые файлы, я не знаю, как их восстановить. А вторая после 10 минут отключилась, я заметил, включил, и у меня в середине получилась пропасть. Так что буду склеивать, выходить с ситуации как-то так. Чего-то пошла какая-то череда неудач, что-то не записывается, вылетает, то звук пропадает, то еще что-нибудь. Так что, ребята, поддержите меня, пожалуйста. Я буду стараться, надеюсь, все будет лучше в следующий раз. Ага, все, я понял. Понял, но это не... Ага, это опять же, тюё моё. Любопытно. Дотронулась. Куда эти двигаются-то? Зацепят, да?
так зацепят. Опа-на. Опа-на. Зацепят? А, не, не зацепил. Фу, блин, еще и 150 этих. Блин, ну нафига такое? 125 уровней. Ладно, допустим. Зацепят, нет? Не зацепило. Ладно. Так. Фуф. Один пошел. Два пошло. Не достает так. Ё-моё! Надо было вернуть назад. Ага, дотронулись. Так, возвращаем назад. Есть, последний остался. Так. 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 Нет, это был не последний. Так, ладно. Вернуть, потому что надо открыть. И это тоже убрать. Вот этот, наверное. Нет, это не в эту сторону поворачивается. Значит, в эту сторону поворачивается, правильно же? Правильно. В эту сторону поворачивается. В эту сторону поворачивается. И в эту сторону. Ура! Почему ты заставляешь меня страдать, Джимми? Разве того, что ты сделал со мной, было недостаточно? Отец, не говори так. Я не хотел этого. 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 Мол, видали? Дальше. Что у нас? Мы перешли в какую-то другую комнату. Джимми, я хочу выкурить трубку. Прояви благосклонность и принеси то, о чем я прошу тебя. Ты сможешь найти сокровище позже. Так. Ладно. Монетки какие-то. Нифига не понятно, что с ними делать. Дальше. Кровать. Мои любимые знаки, которые в каждой серии повторяются. Ищем подсказку. Так, свеча. Закрыто все. Тут что у нас? Тоже нифига не понятно. Трубка, вот она, трубка есть. Далее. Ага, найти вот эти слова надо. Весело.
Английскими буквами, конечно, искать. Это не на русском. Чай. Сделаем маленькую рекламную паузу. Так, звук пишется. Хорошо. Погнали. Так, о-о-о. Оп. Не получается так. Даже первое слово фиг найдешь. Так, оп. С. Сион. А как его? А, вот так надо. Обсессион. Почему не засчиталось? А, не, не до конца. Обсессион. Первое слово есть. Хорошо. Мемориес. Нет. А, мемориес есть, да. Мемориес. Мемориес есть. Мементо. Моменто, да? Готово. Визионс, визионс. Визионс, висионс. Есть. Нихт Марис. Не. Нихт Марис. Ага, вот он, Нихт Марис. Кома. Кома, кома, кома. Кома. Труама. Что за труама?
True Ama. Вот она. Madness, да? Madness какая-то. Madness. Thanks, thanks. Так, insanity, insanity, чи как там правильно выговаривается это на английском? И. И иллюзион. И то на И. Ин. Не подходит. Иллюзион, сфинкс. Осталось дно. Не подходит. Инсанити. А, в эту сторону, а я не в ту сторону читаю. Ура! И что-то. Что это? Нифига непонятно. Это типа подсказка такая? Да. Полдня ковыряли и ничего не наковыряли. И мы в одной комнате, да? Нас больше некуда идти. Допустим, это треугольник, типа буква И, Л и типа единичка. Но у нас нет такой комбинации, да, или есть? Треугольник есть. И есть. Вообще-то вот оно, да, наверное? Треугольник И, Л и единичка, Л. Есть такое Л? Нет, L нету. Кружочек. А, L и 0. Там нолик, наверное. А, L и нолик, наверное, если это пятно считать. А единичка, значит, тогда вот это. Не единичка. Треугольник. И. Вот это. И единичка. И дальше что? Правильно. О, круто. Мы нашли спички. Спичками поджигаем. Оп. И пуха бухнуло что-то. Что случилось? Не хватает, наверное, чего-то, потому что спички не исчезли. Что дальше? Что-то это должно... Ага. Вот это прикол. Ладно, открываем. Дальше. Что мы тут делаем? Никто не знает, что мы тут делаем. Мы проходим игру. Единичка, двоечка.
Это... А, найти отличие? Так, наверное. Так. Гась. Так, осталось у него еще найти. Вот так вот. Что у нас дальше тут? Вот. И как всегда, на последнем я не вижу. А, вот это рукав, наверное. Есть, открыли. Весело. Кисть. Зачем нам кисть? Кисть. Что нам дает кисть и что нам с ней делать? Мы что-то замалевали, и что нам это дало? Какие-то слова. Мы взяли трубку. Ладно, окей. Держи трубку. А вот и трубка. Спасибо, Джимми. Пока я ищу табак, я расскажу тебе очаровательную историю. Давным-давно жил, да был бесстрашный охотник, который отправился на охоту рано утром. Однажды в лесу он увидел прекрасного оленя и молча натянул тетиву лука, чтобы убить его. Перед тем, как он сделал выстрел из лука, пролетевшая мимо пчела ужалила его прямо в нос. Удивленный охотник промахнулся и упал с лошади, разбив голову о камень. Стрела отлетела в сторону и попала в глаз жуткого дракона, который мирно спал неподалеку. Стрела убила его в мгновение ока. Через некоторое время рядом с драконом оказался кот, который вытащил застрявшую в его глазу стрелу. Вернувшись в деревню, кот показал стрелу горожанам, и они объявили его королем, котом и убийцей дракона. А зачем мне эта история? Ничего не понял. Так, надо ему помочь найти теперь табак, наверное. Кот и дракон? Человек-пчела, да? Так, наверное, кот-дракон. Или... Человек, пчела, олень. Олень, пчела. Не так. Дракон, кот, королевство. О, правильно. Ключ. Открываем. Итак, что это за фигня? Что именно мне надо делать? А, раскидать их по цветам. Неправильно уже.
Первый зеленый есть. Желтый аж сюда надо. Это ж желтый. Не получится уже, да? Этот мне надо в свою ячейку, да? Вниз чисто. Есть. Это какой цвет? Это типа красный. Они же не подходят вроде по цветам, или как? Это коричневый, да, получается, наверное. Ёпарасота, не туда скинул. По новой. Так. Вот так. Опять не туда. Как где его? Правильно, да? Наверное. Может и неправильно. Ну, вроде сюда. Синий. Все. Надо вот так, наверное, выставить как-то. И что, и прямо они попадут куда надо? Не попадут.
Оранжевый попадет. Коричневый не попадет. Так оно... Не туда вообще полетели. Так. Куда оно покатится? Вообще не туда. Я не знаю, или по одному надо, или все-таки как-то они должны вместе. Оранжевый точно попадает. Он перекатился. Какого фига?
Вот, не перекатился. Какого? Это еще непредсказуемо. Может закатиться, может не закатиться, да? По всей логике он должен закатиться. А он сейчас возьмет и опять не закатится. Да ну какого фига? Я тут застрял, да? Паузу на перечай делаем.